Здесь стоит осмотреться. Держи. Такое? Дело у нас к тебе. Только зачем стоять под дождем? Пойдем ко мне, там и поговорим. Ну так в чем дело? Ты видел пригорок за деревней? Веками на нем ничего не было. И вот однажды просыпаемся, а там башня. Ну и сразу начал оттуда молниями шарашить, будто сам Нагльфар приплыл и до сих пор не перестало. Надо что-то сделать с этой грозой, а то с такими волнами ни на лов, ни в поход не выйдешь. Вы туда войти пробовали? Мы-то... То же утро, как башня появилась, сразу туда и пошли, почти всей деревней. Поздороваться с хозяином, если он с миром пришел, или прогнать, если он дурное задумал. Стучим, ломимся, никто не отвечает. Тут мы дверь открыли, да где стояли, там и сели. Почему? Потому как там за дверью показалось нам, будто бы водная гладь, только стеной стоит. В жизни я ничего такого не видал. Друид сказал, что двери эти магические. А потом взял пятерых смельчаков. И вошли они. Но только до сей поры не вернулись. Ладно, я посмотрю, что это за башня. Как будешь внутри, поищи людей из нашей деревни. Шестеро хороших ребят туда ушло. Жалко будет их потерять. Я поищу. Пусть ведет тебя Хеймдаль.
Что это за чучело? Приветствую, незнакомец. Выпей с нами. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Какой ты писал? Витрила. Слышишь звук? Это боги скрипят зубами. Значит, время войны. Время мечи точить. Кто вас поведет после смерти брата? Чтобы бить черных, короля не нужно. Нет причин ждать. Хочу, чтобы ты кое-что для меня изготовил. Бывай. Ну, хитрила. Вперед, плотва! Здесь стоит осмотреться.
Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва Как вам нравится в новинке? Не надо ли тебе чего, мастер? На случай, если первый сломается. Знаешь, Менге, ну не знаешь, так скоро узнаю. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Ты играешь в Гвинт? Играю. Гвинт напоминает политику. Только честнее. Хочешь сыграть партию со старым мастером? Ну, давай.
знаешь что. У тебя есть минутка? Да. Может, сыграй? А... Ну, давай. Вижу, у тебя в колоде не хватает эстерада Тиссена. Прими его. Спасибо. Знаешь еще кого-нибудь, кого я мог бы обыграть? Можешь попробовать сыграть с одним эльфом. У него есть замечательная карта. Он живет за городскими стенами, где поселились недобитки с Каятаэли. Умных
Любим мы вас, Ривских! Приветствую, Гвинблейд! Может, поторгуем? Ты играешь в Гвинт? А тебе что, не с кем играть? Всегда приятно сразиться с кем-то новым. Ладно. На безрыбье рак рыба. Я даже поставлю уникальную карту. Ну, доставай колоду. Надеялся. Но ничего не поделаешь. Ты честно выиграл эту карту. Ты играешь со смертью. Почему все затихли? Приветствую, Гвин. Я бы сред. Вафайл. Тебя стража в город отпустила.
Видишь, ты какая уродина. Милый, а что я такие седые волосы? Да. Ты обещал мне что-то показать? И ты мне тоже. Пойдем. Только на этот раз без вывертов, ясно? Следовать за мной. Перестань сию же минуту. Я плохой. Из-за меня усоединяют со мной. От того, что ты бьешься головой о стену, ничего не изменится. Барт болит. Барт, меньше думать. Меньше думать. Меньше грустный. Откуда ты вытащил этого тролля? Из Зерикании. Я выиграл его в карты у торговца верблюдами. Шутки у тебя одна лучше другой. Ты видишь, чтобы я улыбался? Я абсолютно серьезен. Барт стерег горбатых коней. Там жарко. А Сиги забрал Барта. Сиги добрый. Я вижу, что с троллем ты отлично ладишь. И зачем ты меня привел? Видишь дыру? Мы к ней еще вернемся. А за этой дверью сокровищница. До недавнего времени полная новиградских крон и других драгоценностей. Я стерег, но было бум, и нету шамны. В переводе на человеческий. Кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота, не считая мелочи. А ты поможешь мне их отыскать. Почему ты сам этим не займешься? У тебя вроде есть знакомство в местном преступном мире. Зачем тебе еще и ведьмак? Видишь ли, эти деньги принадлежали не только мне. Скажем, я содержу некий банк для посвященных. По понятным причинам я не хочу, чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу. Именно поэтому мне нужна помощь со стороны. Откуда уверенность, что мне можно доверять? Нет у меня такой уверенности. Я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения. Потому что если ты меня подведешь, я тебя убью и скормлю Барту. Барт, неприятно. Работа такая. Хорошо, я тебе помогу. Не вижу энтузиазма. Это все из-за ведьмачьих мутаций. Нас же лишают эмоций. Иначе я бы прыгал от счастья. Ладно, мне надо осмотреться. Но сперва у меня есть пара вопросов. Я весь внимание. Кто-то видел, что произошло? Кроме Барта? Нет. Об этой сокровищнице знали только совладельцы казны. Ну и воры. А в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось? Гопен клялся, что все было спокойно. Постоянные посетители, никаких эксцессов. Гребаная идиллия. А сколько все это добро стоило? Так, более-менее. А что, хочешь прикинуть премиальные? Не надейся. Я тебя слишком хорошо знаю.
Я просто хочу понять, что ищу. Три ящика нильфгаардских флоринов, сундук изумрудов, рубинов и топазов, серебряные канделябры и блюда. А, долго перечислять. Вся шамна. Я так понимаю, воры пролезли через дыру у тебя за спиной? Рад твоей сообразительности. О чем еще спросишь? Какой нынче год? Как зовут короля Редании? Нет. Но мне, например, непонятно, как эта дыра тут появилась. Ее не было. А потом бум! И была. Бард хотел увидеть, но не увидеть, а спать. Потому что злые грибы. Какие еще злые грибы? Плесень попса. Ее споры настолько ядовиты, что всего пара вдохов, и тебе конец. Только тролль, может быть, продержится. Бард тролль. Может быть. Я не тебе говорю, баран. О чем бишь я? Ах, да, плесень. Так вот, в каналах за сокровищницей ее очень много. Я думал, это будет дополнительной защитой. Но воры ее как-то обошли. Ты видел их, Бард? Как Бард вышел из дыры смотреть, что бум, вдохнул гриб и заснул, и нету шамны. Ладно, ладно, не расстраивайся. Бум, поясни. Бум! Такое большое. Я поясню. Взрыв разнес стену, отделяющую каналы от сокровищницы. Я вижу, ты отлично находишь общий язык с троллем. У меня большой опыт. Я всю жизнь работаю с идиотами. Ты пробовал пойти по следу воров? Разумеется. Взял одного бугая, Фонса. Он так туп, что вопросов не задавал. Приняли мы с ним по антидоту против попса и пошли в стоки. А минутой позже я вернулся один. Что случилось? Парень стал страшно рыгать. Так что эхо шло. Говорю ему: Фонс, перестань. Ты все-таки в обществе графа. Бывшего, но все-таки. А потом он блеванул и остался без антидота. Я пытался его вытащить, но услышал эдакое бульканье, и что-то вылезло из воды. Я ценю жизни своих людей, но свою еще больше. Так что бросил я Фонса и рванул к выходу. Можешь описать это что-то, которое вышло из воды? Нет. В каналах полно разной дряни, там ничего не разглядишь. Ну, что-то ты наверняка заметил. Нет, не заметил. И не провел предварительного таксономического анализа. Я драпал со всех ног. Ну, пора осмотреться в каналах. Есть у тебя еще антидот против попса? Да, пара ампул. И формула на всякий случай. Отвратительная бурда, откровенно говоря. Но работает. Прошу. Спасибо. Не за что. Буквально. Если ты тут задохнешься, мне от тебя пользы не будет. Пойду-ка я наверх. А то как взгляну на пустую сокровищницу, сердце ноет. Ну, удачи. Ох, лютик, во что ты ввязался? Бард, есть минутка? Минутка? У Барда нет минутки. Есть камни! Хочешь? В смысле, я хотел поговорить. В смысле? Где это? Еще раз. Давай поговорим. Тебя Сиги любит. Давай,
Почему ты так любишь Сиги? Сиги добрый. Сиги заботится. И запер тебя одного под землей. Тебе не скучно? Делать тебе здесь нечего? Барт, когда нечего делать, думает много. А о чем? Можно узнать? Камни. Камни? Камни интересно. Перед кражей было что-то подозрительное? Что? Что-нибудь другое. Ты мог что-то увидеть, почуять, услышать. Да, да. Барт слышал. Такое... А что это было за шипение? Как у змеи? Нет, другое. Не как зверь совсем. А как что? Как... камень. Шипящий камень. Угу. Откуда было слышно шипение? Барт слышал в нужнике. Где? Ну, где Барту нужно делать кучу. Ладно, поговорим о чем-нибудь еще. Хорошо. У Барта есть время. Барту теперь стеречь нечего. Спасибо за помощь. Бывай. Бываю. Края трубы выгнуты наружу. Что-то разворотило ее изнутри, заодно вырвало кусок стены. Похоже, тут сходятся все сточные трубы из бани. Решетка из трубы. Взрыв смял ее, как картонку, по краям остались следы раствора. То есть до взрыва ее не снимали. Ее вырвало из стены ударом. Следов магии не чувствуется, значит, это была бомба, не заклинание. Но почему нет ни следа взрывчатки? Может, тут все смыло? Куски труб. Какой же был взрыв, если они досюда долетели? Без антидота туда лучше не лезть. Дышать все тяжелее.
Я-то думал, ведьмачьи эликсиры — мерзость. Такую решетку ни хрена не протолкнешь. Он определенно шел туда. Это бугай, о котором говорил Дикстра. Об этом Дикстра не говорил. Значит, он из команды Лютика. Здесь повсюду блевотина. Видимо, он тоже выпил антидот и тоже не смог его удержать. Надо сжечь эти трупы. Иначе утопцы так и будут сюда сползать. Еще одна блестяшка. Теперь утопцы пойдут пировать в другое место. Сосуда покрыты рунами и оплавлено, возможно, взрывом. Должно быть осколок бомбы. Пахнет как масло виверны и карамель. Больше я тут ничего не узнаю. Пора возвращаться к Дикстре.
Золотой. Тут следы заканчиваются. Видимо, Лютик погрузил казну на лодку. Спасибо. У тебя есть минутка? Да. Мне... И у меня. У тебя есть минутка? Да. Я уже облазил все каналы вокруг сокровищницы. Ну и как? Что ты узнал? Я нашел тело одного из воров. Его стошнило от антидота, как этого твоего Фонса. Прекрасная смерть. У него было что-нибудь при себе? Ничего особенного. Пустой флакон. Будь он важной персоной, его бы так не бросили. Значит, обычный носильщик, такие ничего не знают. Мертвый след. Буквально. Сокровища высыпались из ящиков, так что я смог пройти по следу воров. Знаешь... В той сказке, с крошкой. Припоминаю. Гензель, Гретель, сожжение ведьм. Очень по-новиградски. След вел до самого выхода из каналов и там оборвался. Готов спорить, что ящики погрузили на лодку. Понятно, что не на телегу. Лодку мы не выследим. Значит, это тупик. Похоже, стену сокровищницы разрушила бомба. Посмотри. Но серебряного цилиндра. Покрыто рунами. Интересно. Знаешь, что было внутри? Я угадал часть компонентов по запаху. Масло виверны и сахар. Сахар? Геральт, у меня нет настроения шутить. Я не шучу, говорю как есть. В бомбе был сахар. Подумаем. Сахар бурно реагирует с серной кислотой. Но не так быстро, чтобы вызвать взрыв. Бессмыслица. Не знал, что ты разбираешься в алхимии. Вкусил немного в Оксенфуртской академии. Но сейчас не